You're welcome in Elder Scrolls Online. Today I want to show you how I tried to pass Unhallowed Grave dungeon from Harrowstone DLC in random team. I was here like a tank and it was my first experience in this dungeon. Therefore I chose it normal mode of this dungeon, not hard. In the end of this video I will show all sets, including monster set which you can get here. And now just relax and enjoy with watching. Приветствую всех в игре The Elder Scrolls Online. С вами снова Роман. И это обзор очередного подземелья из дополнения Harrowstorm. Подземелье это называется Unhallowed Grave. Такая вот могила. Здесь используется в самом начале, ну и по всему подземелью, система зацепок. Впервые она была представлена в игре, насколько я помню, в Южном Эльсвере. А нет, в Северном Эльсвере. Ну, в Эльсвере, в общем, вот видите. Здесь в сундуке я взял такой зацепной арбалет. И с помощью этого зацепного арбалета можно цепляться вот за эти вот столбики и переноситься таким образом. Так что вот здесь такая вот фишка этого подземелья. Используется зацепной арбалет. Ну, все предельно просто. Вот так вот цепляетесь, точка зацепа, и переноситесь. Пока идем до первого босса, бьем обычных мобов. И я заранее сразу отвечу на вопросы и комментарии относительно того, почему начинаю эти видеоролики на английском языке. Мол, для кого? Я уже как-то отвечал на такие комментарии, но они продолжают появляться. Так вот, некоторые видеоролики, в частности, все мои обзоры подземелий, я публикую на официальном форуме игры Elder Scrolls Online. Ну и как вы понимаете, там народ англоязычный, русский они не знают, не понимают. Поэтому на официальном форуме я общаюсь только на английском. Вот. Ну и для моих европейских коллег эти видеоролики я там публикую, именно поэтому начинаю на английском языке. К слову сказать, некоторые видео, в частности сравнение сетов, я снимал исключительно на английском. И видео по работе техподдержки тоже было на английском. Так что вот так. Поэтому видеоролики смотрят еще и европейцы на форуме игры. I'm sorry, my European friends, but next I will talk only Russian. Therefore, you just keep watching me. And now you can see our battle with first boss in this dungeon. Первый босс, которого зовут Халгримзи Хауллер. Ну, мы его просто задамажим тут. Режим normal, не hard, напоминаю. Просто бьем этого дядьку. Он с такими двумя мечами. Но он время от времени телепортируется на край этой площадки и призывает вот такую вот громадину. Ну, это вот поганище плохи. Ну, я как танк. Я здесь прохожу как танк. Агрю на себя и босса, и вот этих поганищей, которые он время от времени вызывает. Когда мы его почти добили, превратился он вот в такого огромного вервульфа. Вервульф, видите, время от времени скачет, забивает все, всех на своем пути. Ну, вообще, на харде, я думаю, здесь было бы гораздо сложнее. Но проходим мы здесь на нормале. Почему? Потому что, да, вот смотрите, вот такая атака. Я поставил блок. Остальные желательно должны увернуться от этой его атаки, когда он бьет по земле. Под ногами красный круг. Иначе вайпнутся. Так вот, почему не хард? Монстр сет, который здесь выпадает, мне не нужен. Вот, ну а другой причины, по которой бы проходить этот данж в режиме тяжелом, усложненном, я не вижу. Ну вот, первый босс повержен. Теперь идем ко второму боссу. Как дойдем, прокомментирую битву с ним. And
standing, help us. The door is sealed. And without two walkers goes. Lord, more sigils. Perhaps they've corresponded to the one on the door. You may be right, vampire. Look around. Another sealed door, but no statues or sigils. Any ideas, Blood Drinker? A few. The corresponding sigils may be in another room. We should have a look around. Perhaps in that vault to the north. You would be in this situation if there weren't lagging behind when the door is sealed itself. Ну вот и второй босс. Друкин Марандер. Призывает вот таких вот огромных женщин с мечом. Они здесь, обратите внимание, видите, стоят по кругу этой комнаты. И время от времени они появляются. Мы убиваем одних. Вот видите, они окаменелые по краям. Убиваем одних и оживают другие. Она иногда вот наносит такой тяжелый heavy удар, тяжелый удар своим огромным мечом. Ну, моя задача как танка, я просто агрю всех адов. Вон, видите, оживились еще. А ДДшники, я так понимаю, что их задача просто как можно быстрее убивать вот этих адов. Потому что если их накапливается очень много, вот этих вот каменных статуй, то ну, становится весьма тяжело. Поэтому по мере их появления их нужно убивать. Если их вовремя не убить, то появляются все новые и новые. Ну и потом, сами понимаете, если их будет очень много, вся группа просто ляжет. Да, вот зажглось все кругом огнем, и нужно было убежать. Но так как я механику не знаю, поэтому я только потом... Потом только мне скажут, что нужно было делать. Вот смотрите, видите, вся группа легла, сейчас я тоже лягу. Ну и вот он. Первый вайп на втором боссе. Итак, вторая попытка. Я в чате написал, видите, что какая проблема, что делать с огнем, вот когда мы умерли. И один из игроков написал, что вовремя, в этот момент, нужно отвести босса в светящийся круг.
вот так вот. Видите, не зная тактики сражения, не следует соваться на ветеранский режим. Ну вот сейчас я это проделаю, когда загорится это пламя. Тут видите, вот появляются вот эти вот как бы квадраты. Вот он, круг светящийся, и вот я сейчас сюда прибежал вместе с боссом. Ну, правда, сейчас никакого огненного пламени нет, но все равно. А вот сейчас вот пошло огненное пламя, и нужно быстренько вот сюда прибежать, в этот кружок. Ну вот у нас, смотрите, все три человека легли, потому что вовремя не прибежали в этот кружок. Остался я один в живых, ну, сейчас буду поднимать умерших. Ну вот, всех подняли. Еще одного надо поднять. Все. Все в деле. В общем, вот когда появляется это огненное пламя, нужно уходить в светящийся круг. Ну и вот этих адов, конечно, тоже надо быстро-быстро убивать. Под конец их тут, видите, выбежала целая толпа. Так, вот снова загорелись глифы, ну, на полу, видите? И сейчас, скорее всего, будет пламя. То есть это как бы, ну, такой знак. Три глифа, и только один загорается вот таким светящимся кружочком, и в этот момент нужно сюда забегать и уводить босса. Из-под земли, вот видите, из-под этих вот решеток появляется пламя, и потом, то есть не пропустите этот момент. То есть первый звоночек — это появление вот этих вот глифов, второй звоночек — это вот из этих решеток пламя начинает дымиться, и потом уже начинается огонь. Поэтому, зная все это, не пропустить. Вот. Ну и когда огонь, вы в этот кружок становитесь и там живете. Ну что, второй босс повержен. Ну, я здесь написал, что кажется, что все было бы гораздо труднее, если бы проходили это подземелье в ветеранском режиме. Все, идем дальше к третьему боссу этого подземелья. Enough of this! Shalaria, what did you do? You heard what he said. На очереди третий босс, он Hollowed Grave. Вот такая здоровая бандура, несколько рук, в каждой руке меч. Eternal Aegis. Да, вот здесь тактика такая, но я не сразу понял. Видите, он начинает, когда вот махать мечами, около него зона безопасности. Дальше, вот видите, красная область. Там по вам урон идет. Я сперва начал убегать, а потом понял, что нужно в это время к нему подходить. То есть около него по вам не достает. Вот видите, около него красного нет, а там дальше красный. Ну, мы его быстро убили. Вот. То есть смотрите, когда он начинает вот этими мечами махать вокруг себя, не убегайте, а наоборот подходите к нему. Около него зона безопасности. Но в режиме ветеранском это все было гораздо сложнее. Третьего босса убили очень быстро. Идем дальше. Ты
Вот следующий босс, я предполагаю, на ветеранском режиме очень, наверное, трудно бьется. Почему? Здесь механика, ребятки. Вот смотрите, здесь центральная такая площадка, где находится сам босс. А по краям вы видите маленькие такие островки, и там столбики, точки зацепа. Здесь, вот вы увидите, будет такой момент, когда он что-то накастует, наколдует, вот кажется это сейчас, и вот в центральном месте находиться просто будет невозможно, вы здесь умрете. Здоровье будет очень уходить быстро, и нужно будет вот сюда вот уходить, видите, с помощью лука, вот сюда вот нужно будет отбегать. Там в центре вы просто будете умирать. Вот, кстати, видите, там вот какие-то, ну, как бы отравленная, что ли, ядовитая такая какая-то фигня. Вот я снова отбежал. То есть, когда он колдует вот эту проклятую землю, какой-то туман ядовитый зеленый, нужно с помощью лука отбегать вот на эти островки и не находиться там. А когда вы, кстати, его бьете, обратите внимание, на заднем плане вот эти островки, они находятся под этим туманом, то есть в этот момент там находиться смерти подобно. То есть в определенный промежуток нужно туда, а в определенный нужно сюда. Вот видите, сейчас снова на этих островках, вон там, видите, ядовитая трава, поэтому я туда не телепортую, не телепортировался, просто спрятался вот здесь за колонной. То есть обращайте внимание вот на это все. В определенный момент времени нужно туда уходить, а в определенный момент туда не надо уходить. Ну вот я прятался здесь просто за колонной. Произошел какой-то взрыв, я стоял за колонной, поэтому не умер. Ну а дальше все просто, мы его убиваем. По бокам вы видели призраки, которые подпитывали его энергией. Ну, я так предполагаю, что ДДшники должны этих призраков как можно быстрее убить, потому что они подпитывают его энергией. Ну, так как режим не ветеранский, поэтому все просто. Ну все, этот босс убит, идем дальше. Profoundly evil lurks here. Whatever it is, whatever these beasts have conjured here, it will face a lasting death in our hands. Последний финальный босс этого подземелья — Норт. Вот такой вот мужик. Хайленар Томпскальд. Скальд. Ну, заагрил его, держу на себе. Остальные игроки его лупят. Обратите внимание, здесь на земле тоже появляются какие-то глифы, светящиеся круги. Он время от времени наносит такую тяжелую атаку. Вот красный круг. И видите, начали там игроки помирать. Я так понял, что нужно вот в эти глифы становиться. Вот он что-то там колдует. Вон там появился такой огромный монстр из бездны.
Ну, вот тут меня, да, приподняли, и что-то такое. Ну, короче, битву, тактику битвы с финальным боссом я не знаю, поэтому как бы только могу предполагать. Быстро мы его просто задамажили. В общем, чего не знаю, того не знаю. Убили мы вот так вот этого последнего босса. Вот эти вот глифы, они, мне кажется, тут, ну, не просто так. То есть, либо в них надо убегать, либо из них, наоборот, надо выбегать. Ну, короче, чего не знаю, того не знаю. Ну и вот достижение Harrowstone Scout, потому что я прошел оба подземелья. Skeletal Shutout. Ну и вот подземелье пройдено. В качестве награды вот такой контейнер и одну очку навыков, потому что я его прохожу впервые. Вот. Ну и сейчас продемонстрирую вам сеты. Trust you will, Shalaria. As for me, I have some investigating to do. Starting with this mysterious patron Kjallnar mentioned. Whoever they are, I suspect they've already gotten what they wanted. The Draugrkin smuggled a great many urns out of the grave before you arrived. Tuwaka, help us all. Ну что же, вот и завершилось прохождение Unhallowed Grave, этой вот пещеры. Финальный босс, которого мы здесь одолели. Вот эти вот круги, которые я не знаю зачем нужны, но мы просто его задамажили. Вот этого финального товарища Халнар Томпскалт. Вот так вот он выглядит. Хрюша, не мешай. Видите, такой вот Нордскальт. Вот, и давайте смотреть, ну вот такой вот контейнер я получил, ну определенные части сета тут падают, вот, я сейчас быстренько пробегусь и продемонстрирую те сеты, которые здесь есть, в этой пещере Unhallowed Grave. Ну, начнем с легкого сета. Вот так вот он выглядит, добавляет максимальную магию, восстановление магии, нанося прямой урон противнику, располагает проклятый призрак на врага в течение 6 секунд, и это проклятие наносит урон 617 единиц дополнительно со всех моих дамажащих способностей. Этот эффект может появляться раз в 9 секунд. Средние доспехи неинтересны мне, и тяжелые, как танку. Давайте посмотрим. Здесь добавляется максимальное здоровье и пятый предмет. За 5 предметов призывается каменная аура во время моего блока, когда я блокирую. И она защищает меня и членов группы, которые находятся около меня, увеличивая физическое и магическое сопротивление на 4430 единиц. Вот так вот. То есть, когда я блокирую, мне и моим напарникам рядышком добавляется физическое и магическое сопротивление. Так, и монстр сет, который выпадает в ветеранском режиме. Значит, добавляет урон заклинаний и за 2 предмета. Пока я наношу урон легкой атакой, он накладывает на врага, ну, такие вот камни, кости, вернее. И раз в 5 секунд. Вот. И когда это накапливается, да, один стек в 1 секунду. И когда 5 штук накопится, ну, в течение, то есть 5 секунд, происходит... Ну, такой вот скелет возникает, и как бы он наносит врагу урон через 1 секунду. Того подкидывает в воздух, встанется, то есть он не может пошевелиться в течение 3 секунд. Или же наносит урон в размере 20 880 единиц магического урона.
если он не может быть застанен. Ну тут как бы одно из двух. Либо он просто станется на 3 секунды, а если он не может быть застанен, то наносится урон в 20 тысяч. Вот так вот. Ну вот такие вот здесь сеты. Если кому-то нужен этот монстр сет, пожалуйста, ветеранский режим. Добро пожаловать сюда. Хотя, честно сказать, ребятки, ну, видите, даже на обычном режиме нас здесь шатали. Просто потому, что, например, я не знаю тактику. Ну вот, здесь добавили еще трофей. Вот такой вот. Как вы видите, умирали просто потому, что не знали тактику прохождения. Все. На этом с вами прощаюсь. Это был обзор, не гайд, а всего лишь обзор Unhallowed Grave из дополнения Harrowstone. Спасибо за внимание и до следующих встреч. С вами был Роман. Увидимся. Thank you for watching me and don't miss my future streams from Elder Scrolls Online. And one time, once again, I want to ask you, please stay at home and in this dangerous time.